Так, что там, приветик? Привет. Слышишь? Привет. Все хорошо? Я тебя слышу, да. Я смотрю, у меня вон лампы. Что-то фонит немножко, да? Да нет, нормально. Но я тебя вижу, слышу, да. Все, мне все нравится. Лампы, смотри, горят у меня сильно. Не отвлекают? Меня нет. Нет. Нормально, нормально, да, пусть горят. Да. Ну ладно. Слушай, ну пока люди собираются, как у тебя дела? Как самоизоляция? Ничего, нормально, да, приятно будет с тобой лично пообщаться и лично познакомиться таким образом. Вот. Не говори. Да, как это, хоть так познакомиться? Угу. Слушай, ну вы молодцы на самом деле, я смотрю, что вы делаете в группе такой онлайн-концерт, это очень здорово. Вообще, Я, да. Это... Знаешь, я начала вам сначала сочувствовать, что у вас отменился фестиваль. Ага. Ну, перенесся все-таки, да, наверное. Да, да, да. А потом я поняла, что вы так хорошо вышли вообще из положения, вы такие очень молодцы. Здорово, да, да, да. Да. Угу. Я прямо, слушай, я хоть, ну, лично я, да, человек, который не приедет к вам на фестиваль, я хоть его посмотрю. Да. Вот. Очень здорово, да. Я, ну, надеюсь, что сегодня мы тоже поговорим про это, да. Потому что вот то, что как, ну, подхватили наш вот этот вот призыв, и как вообще шлют вот эти вот видео свои, это прям так трогательно, и прям вот вообще просто вот прям до слез прошибает, когда вот такие вот очень круто. Да-да-да, люди оделись, накрасились, да, в образ вошли, да, да. И сняли видео каждый, это, конечно, просто потрясающе, да. на самом деле. Здорово, Слушай, ну да. я очень рада, я очень рада. Слушай, а сколько лет уже фестивалю? А вообще история фестиваля, вот если как бы говорить именно об истории, она очень такая длинная и запутанная. Вот, собственно, поэтому я не могу, да, я не могу сразу вот однозначно ответить, потому что он очень такими подводными тропинками всякими, не подводными, но несколькими тропинками он создавался. Значит, начнем с того, что организатор не я одна, нас три организатора. Анна Гущина, Юлия Иванова и я. Вот. И, собственно, я как бы отвечаю в нашей троице, я отвечаю, так скажем, за связь с общественностью, поэтому я больше всего мелькаю, и поэтому, видимо, ты, да, на меня именно и вышла, потому что в основном как бы с людьми общаюсь я. У каждой из нас какие-то свои функции, мы, естественно, вместе очень хорошо взаимодействуем, и обсуждаем все, что мы делаем, естественно, совместно обсуждаем. Но, тем не менее, у каждого какие-то свои функции есть, из которых мы... У тебя связь с общественностью такая главная функция? Да, была. Да, у меня главная функция связь с общественностью. Так здорово. Вот, значит, у нас три организатора. Да. У нас у всех, у троих свои школы в Новосибирске есть, то есть мы руководители своих школ. Какие вы молодцы. Да. Три разные школы объединились, молодцы. Да, конечно. У нас вообще в Новосибирске очень сильно фламенко развито, и очень много школ фламенковых сильно. Вот. Ну и, в общем, получается, что Юлия Иванова, она... Вообще фламенко-движуха такая в городе у нас пошла от Владимира Фомича Буненкова. Был такой у нас человек, он, к сожалению, уже сейчас нет в живых, он был у нас артистом театра, он был танцовщиком балета, ага. И он увлекся Испанией очень и создал Центр национальных культур. И больше всего вот он увлекся испанским танцем, фламенко, и, собственно, не особо тогда еще он в этом разбирался, это было там начало 2000-х годов, но вот, тем не менее, именно он запустил вот вирус фламенко в наш город. И очень многие вот сейчас действующие педагоги, сильные, которые создали свои потом школы, начинали учиться у него. Я у него не училась, училась у него как раз Юлия Иванова наша. И вот, собственно, в 2007 году они вместе, он и Юля,
они вместе сделали первый в Сибири фестиваль, который назывался «El Viento Libertad» – «Ветер свободы». И тогда были только городские коллективы, но уже тогда на формате фестиваля были проведены мастер-классы Алены Шульгиной. То есть сразу они сделали так, чтобы не просто были концерты, а чтобы обязательно это были мастер-классы. Как давно это было? Еще расскажи. Это был 2007 год. О, да, обалдеть. Да, да. Потом они также, у них вот это вот творческий такой был союз очень хороший и длительный, они также впервые в Новосибирске организовали приезд испанского коллектива, испанского трио в рамках гастрольного тура по городам Сибири. Они привезли трио из Гранады, туда входили Виктор Кастро, Давид Сорочи, кантаур, и гитарист Хорхе Санчес. С ними же приехали Алена Шульгина, Карина Ладульсе, и, соответственно, вот был впервые тур в Сибири испанских артистов, они же провели мастер-класс, и, собственно, вот тоже такой был проект очень, ну, как бы значимый для Сибири. Этими же людьми был проведен второй фестиваль «El Viento Libertad», третий фестиваль в 2008 и в 2009 году, там уже география тоже была немножко расширена. Вот, потом так случилось, что... А, и там тоже были мастер-классы. В 2008 году Шульгиной, в 2009 году Цветковой. Попутно они еще в середине, там, после где-то, ну, между вторым и третьим фестивалем, они еще привозили, делали, вернее, осенний фестиваль, был отдельный осенний сибирский фестиваль, куда они привозили Светлану Савельеву с мастер-класса. То есть всегда был кто-то из мастеров, кто делал мастер-классы. Всегда была движуха, в общем, начиная с 2007 года. Здорово. Да. А потом, значит, Юля, так получилось, что там у Владимира Фимича какие-то личные были причины не делать дальше фестивалей. Юля Иванова создала свой коллектив. И уже вот, будучи руководителем своего собственного коллектива, она решила сделать в 2011 году фестиваль «Оле-Куноле». То есть вот в ноябре 2011 года у нас был первый фестиваль «Оле-Куноле», организованный именно одной Юлией Ивановой. Да, без участия Владимира Фомича. Вот, тогда было всего 5 коллективов, вот Новосибирск в основном был, ну и то немного коллективов было. И я не помню, кто-то был из иногородних, то ли Абакан, то ли Барнаул. Ну, то есть прям совсем такой маленький-маленький концертик. Но в то же время были тоже мастер-классы Екатерины Цветковой. Слушай, ну для начала это вообще неплохо. Да, я сейчас вспоминаю свой фестиваль, который был далеко не таким масштабным, как ты сейчас описала, ваш первый. Поэтому, мне кажется, это очень здорово, это очень круто. Вот, потом, в общем, кроме Владимира Буненкова и Юлии Ивановой, фестиваль у нас, конечно, тоже проводили еще другие прекрасные наши фламенки. Настя Климкина проводила фестиваль, Алина Гумерова, Фернандес сейчас, тоже проводила фестиваль они. Но просто вот они как бы один фестиваль там провели, и дальше не пошло развитие. Они как бы на этом успокоились. Возможно, да, возможно, и Юля бы, может, как бы успокоилась и не стала бы дальше делать. Но мы с ней... Вот уже после вот этого первого «Оле-Куноле» в ноябре 2011 года, мы после этого сдружились, какие-то проводили междушкольные вечеринки, какие-то концерты у нас были такие совместные. И она мне говорит: слушай, а давай, я так хочу привести Катю Цветкову на мастер-классы, давай вот ее, помоги мне ее привести. Я как бы человек, ну просто... Я там очень хороший друг, я прям такая ответственная. То есть я вижу, что ей это очень хочется сделать. Я говорю: ну давай я тебе помогу. То есть я не предполагала, что я буду каким-то полноправным ее сотоварищем, соорганизаторами. Ну давай, буду где-то на подхвате. Вот. Ну а так получилось, да, что мы как бы, у нас это все вылилось именно в такие прям полноценные, одинаковые права и обязанности. Мы вот с ней вдвоем привезли Катю Цветкову, просто мастер-класс у нас были в 2015 году. Вот, которые мы провели очень успешно. Из разных городов к нам приехали. И вот она спустя года полтора говорит: а давай, слушай, так хочется фестиваль снова. Вот у нас тут фестиваля нету. Вот вообще сибирский регион такой огромный, а фестиваля у нас нету.
Давай попробуем еще фестиваль, возобновить вот этот вот фестиваль, который я провела. Я как бы вот, ну вот он у меня тогда был такой пробный, совсем маленький, да. Таня, то есть, получается, Юля провела в 2011 году, да, свой собственный вот этот фестиваль, и потом была пауза, да? Да, у нее была пауза, но проводила Алина фестиваль, тоже фестиваль фламенко. Алина проводила, да, одиночный, да, одиночный фестиваль был вот в эту паузу. Ну, собственно, вот в 2015 году мы привезли тоже без фестиваля Катю, и вот она говорит, давай попробуем провести фестиваль. А, то есть это был 2017 год, а мы с Аней Гущиной, которая третий сейчас наш организатор, мы с ней летом были на фестивале «Фламенко над Волгой», мы туда ездили, мы там, в общем, как бы постоянные участники того фестиваля «Фламенко над Волгой». И я знала, что Аня предварительно договорилась со Светой Савельевой, чтобы привести ее весной к нам в Новосибирск на мастер-класс. А Катя мне говорит, а давай весной сделаем фестиваль. Я вот уже с Катей поговорила, Цветковой, она весной может в апрель. Я говорю, слушай, Аня собирается вести Савельев. И мы таким образом решили это дело объединить. Класс, и молодцы. Под фестиваль. Соответственно, у нас был вот этот вот наш второй фестиваль. Естественно, он стал вторым. И естественно, вроде как, потому что это... Ну, понятно, что были другие организаторы фестивалей, но так как... Первый все-таки у нас был Владимир Фомич, который это организовал, а с ним была Юля. И от него это пошло. А потом Юля сделала свой собственный фестиваль. Поэтому, в общем-то, мы считаем, что это совершенно справедливо, что это вот ей придуманное имя продолжает именно да, жить. И хоть пусть через 7 лет, да, первый был в 2011 году, второй в 2018 году фестиваль вот мы организовали. Да. Слушай, как это здорово, то есть он вот так вот, как это, рождался, да? То есть, да, точнее, он родился, а потом он рос, да, чтобы дорасти до полноценного. Он так созревал. Да. Слушай, как это здорово, что, ну, ты знаешь, ну, вот девчонки, которые одиночные фестивали проводили, вот они ведь почему-то закончили, да, это? Ну, потому что, да, на фестиваль, понятно, что как бы, мне кажется, что одна бы я вообще тоже никогда бы этим не стала заниматься. Это тяжело. Это очень тяжело. Я вот вообще удивляюсь, как вот кто один, ты вот одна проводишь, да, насколько я знаю, свой фестиваль. Ну, благо у меня есть люди, конечно, которые мне помогают, но... Не, да, ну, когда люди помогают, понятно, что, естественно, нам тоже помогают люди, девчонки из наших студий, конечно, нам помогают. Но все равно же, когда вот один там... Организатор, знаешь, на нем все. У меня есть на это мнение, и вот мне кажется, что у вас вообще в Новосибирске это прямо как-то даже удивительно. Я на самом деле была в Новосибирске 2 раза проездом, и мне очень понравился город, и я как бы пообщалась там с местными, вот, фламеночками. С Ангелиной Кузнецовой. У меня была, вообще история, это потрясающе просто. Я приехала, я была проездом, я поселилась в хостел. Я иду в хостел и вижу вывеску студия «Фламенко», школа «Фламенко», да, и ее как бы название. Да, ну, вот, я поняла. Школа Гели. Да. Я думаю, вау, нифига себе, да, я живу рядом со школой «Фламенко». Ну, надо же, да? Ну, думаю, надо написать и зайти. И, ну, там, заселилась в хостел, легла отдохнуть, очень устала. И что-то, знаешь, лежу и вроде как бы сплю и не сплю, и тут... меня будет танго с Дотриано, который врывается ко мне в окна. Я уже, знаешь, проснулась, думаю, господи, где я, да, что случилось? И потом он меняется на компас, соло-компас тангоса. Я думаю, обалдеть. Я, значит, тут же пишу, я узнаю, кто руководитель, потому что я не знала. Оказалось, что мы с Гелией вообще давно в друзьях друг у друга. Да-да-да. Я ей написала, значит, и говорю, слушай, я тут рядом, завтра уезжаю, давай вот пообщаемся. Она говорит, да, конечно, заходи. И мы, вот веришь или нет, с 9 вечера, где-то до 4 утра, мы сидели без вина. Мы просто разговаривали, да, обо всем вот на свете, ну, понятно, да, обо всем это о фламенко. Вот, и, собственно, она мне рассказала, что действительно у вас фламенко очень развито, что у вас просто какое-то обилие студий, и что самое главное, что вы дружны между собой, ну, в целом, я так понимаю, да? И вот, ты знаешь, вот это, наверное, все-таки главное, как бы, если говорить об организации фестиваля, потому что один ты ничего не можешь. Ну, то есть ты можешь хотеть, ты можешь желать,
безусловно, да. Но когда тебя не поддерживают люди, фестиваль, ну это сложно, да, то есть да, рассчитывать тоже только сложно. На людей из других городов, это очень Да, проблематично да. и сложно. А у вас фестиваль как бы нашел поддержку среди своих, и у вас такой костяк мощный, вот именно местный, это очень круто. Я восхищена просто, да. Я вижу, что Новосибирск, и это студии разные, да, вот из разных вот этих точек города, и это потенциально, конечно. Причем я хочу сказать больше, мы с Аней, вот Солодовчик, Гущина она сейчас, мы с Аней Гущиной находимся, наша студия находится в одном здании. То есть у нее своя, у меня своя, мы находимся в одном здании. Это не мешает нам иметь своих клиентов, своих девочек и, собственно, друзей. Ну, понятно, да. Ну, слушай, здорово, в одном здании? Да, в одном здании. Поэтому вот я возвращаюсь к тому, почему одиночные фестивали не были продолжены. Видимо, наверное, потому что действительно одному это очень сложно ВОЗ. Ну, понятно, что тянут ВОЗ, и честь и хвала там людям, которые поодиночке тянут ВОЗ. Но я бы, наверное, не знаю, вот не хотела бы, я бы не справилась одна. А так вот мы вот втроем, у нас такой замечательный тандем, мы очень доверяем друг другу, мы здорово. Совершенно уверены друг в друге, и мы совершенно поддерживаем друг друга во всем. Поэтому, в общем, очень повезло в этом. Нет, это очень, да, это повезло. Танюш, то есть, получается, с 2017 года, правильно понимаю, фестиваль идет постоянно, ежегодно? Нет, Или... нет. Да? Фестиваль, да, фестиваль, значит, второй у нас был в 2018 году, то есть мы в 2017 созрели, пока собирали это все. На весну 2018 года мы сделали второй фестиваль. А, вот. И мы, да, и мы очень, не, тоже апрель был, и мы очень не ожидали, что будет столько у нас много желающих. То есть вот просто вал. Мы как-то рассчитывали в основном, что в основном будет новосибирские школы. У нас крупных школ в городе 8 школ крупных только. И плюс есть студии небольшие, ну какие-то маленькие группы. Плюс да? есть какие-то при фитнес-центре, допустим, какие-то группки. А вот, ну, тем не менее, студии. Да, вот прям 8 школ такой прям с историей, которые давно, у которых там везде выступают, везде какие-то есть свои концерты и свои события. 8 крупных школ. Класс. И мы как бы рассчитывали в основном на них. Вот, значит, на привезя, них. Да, привезя Свету Савельеву и Катю Цветкову, это у нас был такой двойной удар сразу, что сразу двоих мы вам привезли. Это было очень тоже заманчиво для фламенок, что сразу оба таких мастера к нам едут одновременно. И поэтому мы все равно думали, что в основном наши будут. Но, тем не менее, к нам заявки посыпались, а мы сделали один день, мы как бы не знали, у нас опыта нету. В 2011 году там был концертик на 2 часа, это, он был такой полупустой практически. А здесь мы так и думали примерно. Нет, мы один день заняли, и нам его, просто он был резиновый. Мы уже не могли отбиться от заявок, потому что были, у нас, получается, первый вот этот наш второй фестиваль, у нас было... 8 городов, плюс, да, и плюс, получается, ну, сибирский был регион, и один коллектив приехал из Москвы. То есть сразу так раз нам границы расширил, именно сделав сибирский фестиваль, сделав российским. Российским, да. Да, да, мы так тоже были очень благодарны. Это Наташа Гаранина с Ланой Киселевой, они приехали к нам, вот прям нам это было очень приятно. И мы поэтому уже ограничивали вообще по времени номера, все прям просили урезы, и все равно не умещались. У нас там 4-часовой концерт получился, и мы, чтобы больше предоставить возможности выступить иногородним, мы обратились к нашим новосибирским коллективам. Девочки, у нас было по 2 номера от коллектива, был в регламенте стояло. Мы говорим, девочки, давайте, вот мы тут в Новосибирске с вами тусуемся постоянно, где-то у нас есть точки пересечения, давайте дадим, раз к нам едет другой город, давайте им дадим возможность выступить. То есть новосибирцы по одному номеру сняли заявленному, пошли навстречу, да. И вот все равно, да, и такой у нас был просто грандиозный вот этот концерт большой, совершенно мы не думали, что так будет. Вот. Ну и, собственно, очень хорошо все прошло, очень удачно, и мы вот... Уже в этом году мы планировали, что у нас будет 2 концертных дня. 2 дня, 2 концерта. Да. Вот. А как вы хотели поделить концерты? Ну, то есть, почему 2? А то вот из-за того, что... Ну, из-за того, что вот из-за количества участников.
Ну, то есть такового критерия нет, просто нет. Много участников, да, и да. чтобы все в один да. день не делать, вы решили на да. два разбить. То есть мы специально, мы не делим на сильные и слабые, опять-таки это получается, ну, субъективная точка зрения, да, понятно, что как бы изначально ты понимаешь, что вот это сильный коллектив, хоть ты как субъективно смотришь, но ты понимаешь, что это сильный коллектив или исполнитель, а это послабее. Но мы не делим так, что, допустим, вот сегодня сильные, завтра слабые, или первое отделение такие, завтра это. У нас нет гала-концерта. Мы намеренно, получается, как бы вот, ну, перепутываем всех, да, то есть разно, да, перепутываем так, чтобы, ну, во-первых, мы, ну, может быть, не знаю, может, в будущем у нас будет, дойдем до того, что будет и гала-концерт. Сейчас пока мы еще идем к этому, но не пришли. А, вот, поэтому мы не вносим именно градацию по, ну, как бы по исполнителям, да, по уровню, по уровню, да, по уровню исполнительства. И просто мы, опять-таки, вот сейчас мы делили эти два концертных дня на наше усмотрение, естественно, чтобы, ну, там, палы не повторялись часто, да, чтобы это были как-то вот так вот. Разделяли по этому принципу. Единственное, мы просили, вернее, нас просили, кто девочки иногородние, которым нужно было, допустим, уехать раньше, потому что суббота, воскресенье, концерты, а в понедельник кому-то на работу. И вот, допустим, если вот такие какие-то были личные просьбы, мы по возможности, конечно, их ставили на субботу, чтобы в воскресенье они, допустим, допоздна у нас тут не задерживались. Вот, а так, да. Поняла. И наши еще, да, сейчас еще, Ален, наши, получается, дни, допустим, вот в 2018 году наши два отделения заканчивали, опять-таки, первое отделение заканчивала Катя Цветкова, второе отделение заканчивала Света Савельева. И сегодня, ну, а в этот раз мы собирались, что один из дней закончит Света Савельева, другой из дней закончит Катя Цветкова. То есть вот такой вот бонус в качестве их нам подарка на сцене ожидался. Ну и всегда, в принципе, на фестивале у нас присутствует. Поняла, поняла. Тань, я хотела узнать по дням, когда, ну, как бы, в какие дни обычно проводится фестиваль. Я так понимаю, это суббота и воскресенье, если мы говорим о концертах. Вот, а если говорить о мастер-классах, то я так понимаю, это будние дни. Это, я, знаешь, у меня такой вопрос, вот как это из разряда, я руководитель коллектива, планирую будущий учебный год, и такая сижу и думаю, куда поехать? Вот Сибирский фестиваль, да, что мне нужно сделать? То есть нужно ли брать отпуск, там, бронировать жилье, ну, вот такие всякие моменты перечисляю. Вот, то есть вот расскажи немножко по этому поводу. То есть я так понимаю, это весна, это апрель чаще всего, да? Примерно какая половина апреля, есть ли какая-то традиция, да, какая-то привязка к дате, или это зависит от, там, не знаю, помещения, да? Вот, ну и как это, будни или это выходные? Ну, то есть, я поняла, вот, что, да. Как руководители могут, вот, что они могут выбрать, из чего они могут выбрать? Ну вот смотри, первый, когда, первый-второй фестиваль, который в 2018 году у нас был, мы привязывались именно к нашим мастерам. То есть предварительно, вот, значит, был договор у Ани со Светой, что это будет весна-апрель. И, соответственно, тут же Катя, когда разговаривала, Юля разговаривала с Катей, Катя сказала, что ее вот апрельские даты устраивают, конец апреля. Поэтому вот первые наши вот эти вот, 18-й год, первый наш вот большой фестиваль, он был именно привязан к нашим мастерам. Мы от этого отталкивались. Вот. И, собственно, вот нынешний фестиваль у нас также уже по традиции сложилось, потому что эти даты нашим мастерам тоже удобны. То есть, удобно. Вот, допустим, осень Кате неудобно совсем. Мы поэтому, у нее какие-то там всегда осенние свои какие-то планы. И мы, опять-таки, как-то, как мы задумали их вдвоем сюда опять вести, поэтому мы уже подстраивались под обеих. Света тоже уже, она как бы забила апрель для того, чтобы приехать к нам. И, собственно, вот только поэтому. Ну и как бы это, да, все равно получается, что достаточно удобное время, потому что там еще Новый год прошел, уже какие-то там... Лето не началось. Да, лето не началось, поэтому такое немножко именно разбавить. Середина апреля, да, чаще всего? Или... Ближе к концу. Ну, то есть начинается... Ближе к концу. Да, ближе к концу, но вот в этот, в этом, в этот раз у нас, да, начинались мастер-классы, у нас начинались
с 15 апреля, да, а концерты 18-19. И так как, да, это вот, допустим, летом легче, потому что, ну, как правило, отпуск летом люди берут, и поэтому они могут подгадать, если вот летом на тот же фестиваль «Фламенко над Волгой» всегда летом, там люди уже конкретно отпуск подгадывают и едут туда. У нас, конечно, сложнее, мы понимаем, что это все равно такое... Время рабочее достаточно, и, но заранее, мы начинаем заранее оповещать людей, и тоже они имеют возможность взять кто отпуск, кто какой-то там за свой счет дни, и чтобы вот это подгадать, приезд к нам. Угу. Начинаем в среди недели, и угу. Да, в среди недели начинаем обычно со среды. Угу. Это но, мастер-классы? Это, конечно, да, мастер-классы. Да? У нас очень насыщенные получаются дни. Потому что прям, я не знаю, там много, по много часов идет у нас эти учения, да. Вот. Но у нас не получается, я вот слушала эфир с Татьяной Литвиновой, она говорит, что она не любит многозадачности, вот, допустим, в день концерта... Кстати, Таня в эфир зашла. В день концертов не должны быть мастер-классы. Вот это, конечно, идеально, но вот у нас так не получается. Потому что, опять-таки, чтобы не было в день концертов мастер-классов, это нужно нам брать мастер-классы с понедельника. То есть, допустим, mm-hmm. людям вот это вот, получается, всю неделю надо уходить с работы. Те же самые новосибирцы, mm-hmm. они же приходят на мастер-классы после работы, допустим. Да-да-да. А там, ну, или кто-то там тоже договаривается, берет какие-то часы, да, mm-hmm. подгадывает. То есть сложно именно в плане... того, что вот это вот апрельское все равно рабочее время, у всех какие-то отчеты в это время на работе идут, квартальные. Угу. И очень трудно вот именно выделить целиком неделю так, чтобы не задействовать выходные для мастер-класса. Угу. Поэтому, да, к сожалению, у нас вот так вот в выступлении мы также еще и мастер-классим. Слушай, я вот немножко тебя перебью. Я на самом деле тоже вот когда мы с Таней общались, про многозадачность вот, собственно, она сказала. Ну вот я, конечно, тоже подумала, что да, это очень клево, когда ты можешь сосредоточиться конкретно на выступлении, да, то есть как это, не распространяться на что-то другое. Ага, да, Таня. Вот, но черт возьми, вот как это иногда невозможно, да, то есть я вот даже смотрю на свой фестиваль, я понимаю, что вот, ну вот хочется ведь все, да, потому что это раз в год, и хочется так много всего сделать, все успеть. И, конечно, да, как я могу понять? Но тем более у вас, когда это среди недели, это действительно либо да. полный отпуск брать, ну, получается, неделю, да, брать, а если это дорога, то это еще и больше. И дело, и да. Получается, да, если это поезд, ну, вот нам до Новосибирска, сколько я знаю, суток двое ехать. Ну, где-то я так, я летала да. на самолете, но самолет тоже, знаешь, он не каждый день летает, это надо угадать. То есть, конечно, дорога тоже играет роль. Угу. Да. Поняла. Так. Ладно, ну, продолжай, я тебя перебила немножко. Так, ну, что еще про этот фестиваль, да? Вот давай вот именно расскажу, как ну, у нас... Ну, да, да, что планировалось. Может быть, да. Есть какие-то уже мысли на будущий год? Хотя, конечно, сейчас планировать, ну, вообще, не знаю, реально-нереально, но поделись. Пока не планируем, конечно, ничего, но... Так, мы mm-hmm. перенесли его предварительно на год. Надеюсь, что... Мы перенесли на год. На следующий mm-hmm. год мы предварительно перенесли, но, естественно, еще ничего дат никаких нету. Так, да. Предварительно, да. Mm-hmm. Опять-таки на апрель. Вот. И mm-hmm. в этом году у нас очень вообще расширилась география. Мы были mm-hmm. такие счастливые. Мы вообще, вон Таня пишет, что читает тексты. Спасибо большое, Таня. Да, вот мы тексты с особой любовью тоже создаем, потому что мы очень, ну, как бы вообще мы очень открытое сообщество, фламенко-сообщество, как нашего города, так и в целом. И искренне заинтересованы в дружбе с ним. И поэтому мы все посты создаем именно вот, ну, как бы с любовью, от чистого сердца и прям с большим интересом. Поэтому, может быть, они и интересно читают. Поэтому они, да, интересны, и, как я люблю говорить, они заходят, потому что сделаны с любовью. Вот, спасибо, да. И в этом году у нас, помимо сибирского региона и, опять-таки, московского одного участника, ну, это уже... Ни Наташа, ни Лана заявились, а из Москвы к нам заявилась в этом году Даша Самойленко.
И другие регионы у нас очень хорошо поддержали в этом году. Из Екатеринбурга несколько, получается, у нас было участников заявленных из Екатеринбурга, потом из Челябинска, из Пензы. То есть, получается, у нас вот география очень в этот раз расширилась, да. И количество участников тоже увеличилось. Было где-то заявлено 28 коллективов и участников, так, солистов. Здорово. Да, да, здорово. Порядка там 160 человек у нас было бы вот в этом году. В общем, очень, очень мы благодарны всем, что вот так вот. И мы, собственно, эти два дня концертных мы как бы полностью тоже закрыли. У нас было 3 часа закрыто 18 апреля и 3 часа 19 апреля. То есть вот было бы полноценные концерты. Поняла. Ну, слушай, все будет, я уверена. Ну, еще раз повторюсь, вот к нам присоединяются, да, люди. Еще раз повторюсь, у вас, конечно, сейчас онлайн вот этот концерт ваш. Слушай, ну он вообще нисколько, говорю, не уступает, мне кажется, тому, что было бы, да, и тому, что было, да, когда-то. И нам, ну вот мне лично, мне даже больше так нравится, потому что я могу посмотреть. Да, я, ну, как бы не собиралась к вам ехать, да, ну, по крайней мере, в этом году. Но вот я просто могу посмотреть на тех, кого я знаю. Вот, и это, конечно, ну, слушай, ну, это очень здорово, молодцы, еще раз повторюсь, это идея шикарная, и очень здорово, что вас поддержали все, я так понимаю, все участники, это, конечно, тоже очень важно. Да, вот. Давай я тоже немножко именно вот про этот онлайн-концерт расскажу. Говорит, респект всем в данной ситуации. Да. Давай, рассказывай. Мы вот когда тоже сидели еще в подвешенном состоянии, когда все было неясно, состоится у нас, не состоится, мы все это тянули-тянули, у нас уже в личку все спрашивали, что делать нам, билеты сдавать, не сдавать. Мы пытались все это как-то удержать до последнего момента. Но в конце апреля, когда вот стала уже как бы первая вот эта вот неделя нашей карантины, мы уже поняли, что ничем хорошим это не закончится. Объявили, что все, мы вынуждены перенести наш фестиваль, но предварительно тоже вот Аня Солодовченко, очень хорошая пришла идея в голову, переговорить с нашими мастерами по поводу того, чтобы они нам дали видеоклассы. То есть, это тоже очень благодарны именно и Кате, и Свете, потому что, в общем, у них, для них это тоже такой опыт, у них такого не было еще, да, поэтому они пошли на это, они нас поддержали, мы кинули клич, естественно, мы, ну, это было не обязаны люди, которые записались на классы, да, реальные, они, конечно, не обязаны согласиться на вот этот формат видеоклассов. Поэтому был выбор дан, девочки, кто не захотел, мы деньги полностью вернули, все взносы вернули, все, какие было, мы, конечно, все вернули. А те, кто остался, тоже класс получился у нас дешевле онлайн, чем ранее заявленный, поэтому, в общем, все расчеты мы финансовые провели, слава богу, с нашими участниками. Ну, правда, да. Мы никому не должны остались, да. И вот ждем с удовольствием теперь, когда Катя и Света запишут нам классы, и, собственно, мы по ним можем учиться. И вот, значит, первая идея пришла по поводу видеоклассов, а вторая идея была со стороны сказана так, тоже, когда начали вот это вот, мы написали, что вот будут видеоклассы, и какие-то начали комментарии со стороны быть, нам такую идею подавать. Девочки, а ну мы сейчас давайте вообще делаем, нарядимся и вообще станцуем просто тут. Да. Когда? Да. И вот это толкнуло так, чтобы кинуть клич, а давайте мы сделаем действительно, вот давайте вот прям, вот кто что хочет, можете полностью номер, можете там какое-то обращение, кусочек, в любом формате, кто что считает нужным, давайте выступим. И вот 15-го у нас должен был открыться наш фестиваль мастер-классами. 15-го я первая, значит, нарядилась, сказала приветственное слово, открыла фестиваль, так сказать. И все. И вот у нас пошли выступления, и такие они трогательные. Вот у нас, я вообще не знаю, это просто вообще сказка, как это все. Они такие все разные, и такие все вот трогательные и искренние. Это просто вот очень-очень вообще так. Прям, я не знаю, прям сердечно это очень. Да, я вообще, знаешь, что, получаю удовольствие, вот сейчас же вообще вот бум такой идет, да,
вот этих всяких выступлений дома, да, не то чтобы даже тренировок, а именно вот перенесение сцены как бы в дом. И мне очень, вообще меня это очень трогает, когда девочки красятся, да, наряжаются, да, снимают себя, да, и вот, ну, отправляют куда-то. Это так здорово, что в людях вообще это живет, что это такой огонь, без которого, ну, они не могут жить. И вот, знаешь, они не страдают, да, что, да, мы не можем. А они, знаешь, просто сказали, ну и что, давайте мы дома станцуем, кладут доски, там, не знаю, не кладут доски, да, танцуют босиком, у кого нет возможности, да. И просто танцуют для себя в первую очередь. Это так здорово, я восхищена. Конечно, да. Я тут. Вот. И вот именно вот это, когда понимаешь, что вот эта вот запись сделана именно вот для того, чтобы выступить на фестивале. То есть не просто, вот, допустим, я и танцую дома. Да, а это именно вот я танцую на фестивале. Это вообще прям так вот. Запись, сделанная конкретно на фестивале, да, это да, очень прям трогательно. И также мы, кстати, кидали клич, чтобы у нас выступали у нас не только те, кто заявился к нам, а просто все желающие. Ты хочешь выступить, Алена? Пожалуйста! Милости просим на нашу сцену, конечно! Ну, можно? Конечно! Конечно, мы кидали клич всем желающим. И, кстати, да, нас поддержали те же самые Наташа Гаранина и Лана Киселева. Нам тоже выслали видео, просто вот они в этот раз не участники, но они нас поддержали тем, что выслали нам видео. Поэтому, пожалуйста, все, кто хочет, мы будем очень рады. Шикарно. Тань, я подключусь с удовольствием. Давай, я поддерживаю такие вещи, потому что это очень важно. Это очень важно быть едиными в данной ситуации. Это очень круто. Спасибо за приглашение. Я очень рада. Я надеюсь, что те, кто нас сейчас слышит, да, и вообще те, кто будут слушать этот эфир, девочки, мальчики, давайте поддержим. Я считаю, что это очень круто, и вообще нужно, на мой взгляд, нужно выходить в сеть и танцевать. Вот, знаешь, мне кажется, если есть огонь внутри, надо его пускать в сеть и наполнять сеть этим огнем, чтобы люди не закисали. На мой взгляд, это точно. Слушай, я просто сейчас смотрю в общие вопросы и думаю то, что я не спросила. Ну, мне на самом деле, знаешь, хочется поговорить. Я примерно поняла, как у вас возникла идея организации фестиваля. Вот. Вот, может быть, да, расскажи о Новосибирске, о том, как там вообще вот фламенко живет. Мы затронули эту тему уже частично, да, там 8 студий крупных. Вот, вообще, на самом деле, вот, как бы, моя точка зрения, меня очень манит и Сибирь, и Дальний Восток. Я вот не знаю, на Дальнем Востоке у нас есть вообще кто-то? Вот, не кто-то, а именно фестивали. Да, я знаю, что там, по крайней мере, там, я не знаю название, но фестиваль там точно есть. Фестиваль есть. Да, да. Я да, вот на них просто хочу да, выйти. Какой-то фестиваль есть. Да? Ладно, да, я поняла тебя. Вот по поводу фламенко в Новосибирске и вообще в Сибири, да, расскажи немножко, как давно оно живет, как давно живет это искусство в этом крае. Вот, ну и вообще, да, твое, может быть, мнение, ну, и еще что-нибудь. Ага. Так, ну вот я сказала, что первым таким вот первопроходцем, так скажем, кто вирус фламенко занес в наш город, это Владимир Буненков был, это было начало 2000-х, там, 2005-й год. То есть, понятно, 20 лет уже, да, фламенко? Да, да, да. И после, да, у него учились очень много, ну, несколько наших крупных сейчас руководителей школ, они начинали учиться у него, потом они создали свои прекрасные школы и прекрасно ими руководят. И получается, у нас школы, которые вот крупные, они, да, как вот Геля тебе говорила, у каждой свои какие-то традиции есть, у каждой своя какая-то ниша, то есть мы как-то уютно все располагаемся, каждый в своей нише. Обязательно все проводят какие-то свои концерты. То просто в форме отчетного концерта, то в форме каких-то спектаклей фламенковок. Обязательно, получается, мы ходим все друг к другу в гости на эти концерты. Допустим, я всегда отслеживаю, когда у кого-то концерты, кидаю своим девчонкам клич, коллективный выход, пойдемте вот смотреть все то-то. Единственное, когда своя какая-то подготовка идет,
параллельно, и у тебя там через несколько дней выступления свой концерт, то тут уже никак ты не можешь пойти. А так бывает, что я и занятия свои переношу, допустим, отменяю занятия, чтобы пойти на концерт. Танюш, можно я тебя перебью? Да. Мне хочется, чтобы ты вот обратила на это внимание. Как вам удается в одном городе? Я знаю, что в Новосибирске крупный город. И действительно, если, ну, насколько я тоже поняла, если ты живешь там в академгородке, ну, например, да, ты не, ну, тебе удобнее туда, в академгородок, ходить на Фламенко, чем ездить в центр. Ну, проехавшись в академгородок, я поняла, что да, это удобнее гораздо. Вот, но все-таки, да, расскажи, вот, может быть, свою точку зрения, ну, вы дружите, я так понимаю, прям дружите, да? Ну, то есть ну, то есть вы ходите друг к другу в гости на концерты, понимаешь, вы не игнорируете друг друга. Я знаю, ну, во многих городах ситуация другая, совершенно. И вот, например, в Томске ситуация такая же, как у вас. И когда я была в Томске первый раз, я впечатлилась этому. И сейчас, ну, впечатляюсь Новосибирску. Вот. Расскажи свое мнение. Почему? Почему так происходит? Я не знаю, почему. Не знаю, почему так вот сложилось. Может быть, действительно, потому что как-то у каждого есть свои ученики, и есть с кем работать, есть с кем делать какие-то проекты. Мало того, что вот мы ходим друг к другу, мы с удовольствием делаем совместные проекты. Понятно, что мы с кем-то, понятно, что как, это человеческий фактор, с кем-то дружишь больше, с кем-то просто так, ну, приятельские отношения, это же все просто человеческий фактор. Ну, откровенно, я не знаю, прям откровенно, прям чтобы враждовали, так, и какие-то палки в колеса друг другу ставили, в общем-то, нету. Вот. Ну, то есть такие доброжелательные, да, доброжелательные. Проекты совместные, это тоже на самом деле. Да, проекты совместные очень интересные у нас проходят. Как это, взять ваш фестиваль хотя бы, да, у вас школы у всех троих, да, и у вас один фестиваль на троих, ну, не на троих, а на всех, вот, вы организуете втроем. У нас очень шикарный проект сделала Даша Барышева. «Открытая сцена фламенко». Существует уже 3 года, и где-то раз в 2-3 месяца она собирает тоже, приезжают иногда из других городов девочки. Это как аналог, как в Екатеринбурге, да, существует? Да, да, да. То есть любой может заявить себя, имеющий отношение к фламенко. Ты можешь танцевать, ты можешь играть на кахоне, ты можешь играть на гитаре, ты можешь петь, ты можешь читать стихи про фламенко. То есть такое у нас тоже было. У них пару раз читали стихи просто на сцене. Вышел, прочитал стихотворение. И, ну, конечно, в основном танцуем. Вот такой совместный проект, который совершенно мы прям обожаем, такой культовый проект, и Даша создала его, прям респект ей, она прям, мы там, это атмосфера такая, вот мы там все влюблены друг в друга, очень такая прям атмосфера там очень классная. Любим этот проект совместный. У нас совместный проект... А как часто он проводится? Перебью тебя. Как часто проводится открытость? Ну, где-то раза 3 в год в среднем, за сезон, ну, за сезон, с сентября по май. Да, раньше немножечко чаще было, раза 4, сейчас 2-3 за сезон. 2-3. Да, Ангелина Кузнецова шикарный проект создала, праздник Севильян. Да-да-да. Вообще, у нас, не знаю, сколько уже, наверное, 7 праздников было. Гелия, если здесь, по-моему, она была, я видела, она зашла. Да, Ангелина заходила, по-моему. Да, шикарный вообще праздник. Сначала мы были с ней, она сначала для своих создала, потом меня пригласила, мы с ней вдвоем были, потом это тоже все расширилось, из Барнаула девчонки приезжали к нам. И мы там бесимся вообще, то есть мы не просто танцуем какие-то классические, хотя, конечно, классические мы тоже танцуем с Ильяной, но мы создаем совершенно театрализованные постановки. Мы берем не просто даже, иногда берем какую-то классическую музыку и, допустим, чтобы легла на размер с Ильяной, да, и что-то под нее делаем. То есть там творчество прет вообще из всех щелей, и это такой вообще шикарный праздник у нас получается совместный, да. Каждый раз там несколько студий участвуют в этом празднике. Всегда очень весело, всегда очень здорово. Они там потом еще девчонки организуют стол, обязательно делают сангрию, варят такую самодельную. Это все очень круто проходит. По-домашнему даже так получается. Да. Слушай, ну получается, что, ну, на мой взгляд, да, у вас
можно сказать, и не один фестиваль в городе, а вот Да, у нас очень, поэтому, эти праздники, да, можно считать фестивалями. Поэтому смотри, поэтому мы, собственно, и ты вот спрашивала, еще не ответила про регулярность фестиваля, да, мы изначально не хотели делать каждый год, потому что, ну, во-первых, это как бы сложно, да, и просто, что из-за того, что просто это, ну, как бы очень кипит жизнь и без фестиваля, да, поэтому, в общем, и без фестиваля у нас хватает мероприятий, и где вообще выступить, и где показать себя, и где посмотреть других. Вот, помимо праздника Севильян, мы любим очень тоже, у нас ежегодный такой праздник есть весной, мы его проводим, Байламор, он такой у нас как бы... Я читала. Да-да-да, вот, то есть мы там тоже, ну, как правило, первый у нас был и из Кемерово приезжали, из Барнаула девочки приезжали, а потом из других городов не приезжали, мы вот как бы немного собирается, 2-3 студии, и мы тоже какие-то вот просто свои номера, как конец года отмечаем, да, какими-то номерами, каждый от студии что-то выставляет. Еще очень был здоровский у нас проект, в этом году мы его не сделали, это когда мы к Дню Фламенко собираем такие батлы, то есть по стилям, румб-батл у нас был. И вот студии выставляют только румбы, вот все студии, все румбы из закромов своих вытаскиваем, и несем на сцену в румбату. Потом там танго-батл у нас был тоже. Вот одни тангосы. Это очень тоже здорово. А кто решает, кто победитель в этих батлах? Нет, победителей нет у нас. Это у нас... Да, это у нас... Да, не-не-не, у нас нет такого, да. То есть это вот именно просто такой, да. Капустник мы тоже организовали совместный, когда к 1 апреля мы сделали фламенкомеди. Мы там тоже... вообще бесились, и такие номера придумали, просто шикарные. Поэтому у нас тут очень творческие люди фламенковые живут, и очень много всего происходит, движуха. Здорово, здорово, Тань. Очень-очень приятно слышать. Класс. Можно писать, знаешь, это за тобой записывать список того, что можно сделать. Вот. Нет, но на самом деле, вот я еще раз повторюсь, потому что я тоже в своем городе, ну, в Перми, да, неоднократно, ну, кроме фестиваля, пыталась какие-то еще проводить дополнительные вечеринки. И вот самое, конечно, главное — это поддержка коллег. Да. И вот ваша вот эта сплоченность, ваша дружба между студиями — это, конечно, просто самое, наверное, дорогое и самое ценное, на мой взгляд, что есть. Потому что вот все эти капустники, все эти... Батлы, они возможны только если, конечно, вы готовы друг друга поддержать. Да. Это очень здорово. Я прямо, знаешь, по-хорошему завидую. Сейчас сижу такая, клёво. А вот еще у нас планировался, вот буквально тоже, ну вот не получилось, очень хорошее было бы мероприятие. Это Хуан Диего Фернандес с Алиной. Они вот на 10 мая, они кидали клич, чтобы мы собрались в лесу, ну такая вот именно площадочка, там вот как беседки в парке, где вот шашлычная зона, с беседочками, с деревянной сценой, она там, эти беседки. То есть собраться тоже, поесть шашлыки, потанцевать кто хочет, то есть без всякого, без программы, без всякого объявления, кто хочет, там принес свою музыку, вставил и пошел на сцену танцевать. Было бы очень круто. Такой был именно пикник. Слушай, вы сделаете это. Конечно, пикник обязательно, я уверена. Здорово. Так, ну что, Танюш, давай подытожим, начнем подытоживать, точнее, да, о вашем фестивале. То есть я так понимаю, что если мы все-таки, а мы все-таки выйдем из карантина, безусловно, да, у нас наладится наша жизнь, да, то есть, в принципе, это фестиваль, это следующий апрель, да, 21-го года. Я так понимаю, что это все-таки неделя, потому что, ну, нужно, я думаю, закладывать дорогу. Да, но если мы говорим о приезжих людях, да, ну, это дорога, если мы едем на мастер-классы. Вот, по поводу мастер-классов, вот что я не спросила. Значит, мастер-классы, я так понимаю, у вас по технике и по хореографии. То есть если я планирую на ваш фестиваль приехать, да, то я могу рассчитывать на то, что я возьму на мастер-классе какую-то готовую постановку, правильно понимаю? То есть, получается, и Катя, и Света, они дают какие-то законченные постановки. Да. И плюс техника. Да, и плюс в этом году была заявлена именно, допустим, у Светы был Таранто, и она же
была заявлена с техникой четырехдольной, да, а Катя, соответственно, у нее гуахира была заявлена, и у нее бы была техника на 12 долей. Вот, поэтому именно так, чтобы, да, поэтому... То есть, как это, можно ехать и планировать такое погружение. Да. Еще, кстати, давай скажу, тоже интересная наша фишка. Мы ее опробовали летом в прошлом, опять-таки, в Тольятти, так как мы взяли, вот эти, в 2018 году мы взяли три хореографии. Света давала две хореографии, Катя давала одну хореографию, но еще и технику. Света тогда две хореографии давала. И мы, соответственно, эти три хореографии, мы, люди из разных городов, мы как бы встретились в Тольятти, те, кто были на мастер-классе. И Лена Мирошникова из Иркутска, она кинула клич: а давайте мы сделаем сборную команду Оли-Коноли. И вот мы вот эти вот все три хореографии, мы из разных городов, значит, репетируя, как-то вот потом это сводя какими-то видео в беседах, там три раза порепетировав на месте, все это, естественно, у нас все по-разному танцуют, как всегда, естественно, одну хореографию, все доказывают, что вот так нужно. Только поэтому, так будет. Да-да-да. Ну вот, тем не менее, вот у нас такая была сборная команда именно с хореографиями Оли-Коноли. И, естественно, мы вот в этом, на этом фестивале мы также планировали, ну как же, если мы поехали их показали в Тольятти, то есть неужели на своем фестивале мы не покажем наши сборные хореографии? У нас были, было предполагалось, что мы оба дня откроем, но мы, так как два дня, мы одну хореографию, а у Светы было две хореографии, мы взяли путем голосования, взяли ее одну хореографию и хореографию Кати. И вот мы планировали оба дня открыть именно сборными командами, как бы передача эстафеты того фестиваля этому. Этому фестивалю. Да, да, но обязательно станцуем в следующий раз. Конечно, безусловно. И получается не одну уже хореографию, а две. Да, как да. Как минимум, да. То есть у вас уже прям будет целая программа назревает. Так, поняла. Вот еще момент не спросила. Сколько номеров можно заявить на концерт? Да, и вот тоже опять, если у меня есть и дети, и взрослые, и я сама, ну, сольный как бы исполнитель, да, вот что я могу заявить и сколько я могу заявить? Ну вот в этот раз, как я уже сказала, мы расширили временные границы, сделали два дня, поэтому немножко тоже сделали больше шансов выступить людям. В тот раз мы урезали всех, в этот раз мы имели возможность немножко дать больше шансов и послабления. У нас заявлено так, что количество номеров от коллектива не превышает 2-3, но это опять-таки на усмотрение. Главное, что временной у нас лимит 15 минут на коллектив. Поэтому ты можешь... Три номера должны уложиться в 15 минут. Ну, если да. Ну, ты можешь, а можешь ты, допустим, взять два номера, ну, там, допустим, 10 минут и 5, да, вот так вот, грубо говоря. Это 15 минут. И это, я так понимаю, и дети, и взрослые, то есть нет такого, конечно. Да, детей у нас, как правило, в основном взрослые, детей у нас не так, чтобы много, но они есть, да, у нас очень, ну, есть коллективы, есть коллектив в Академгородке Камина Дебайла, Настя Лесникова, сейчас Даша Валова там руководитель, у них детки очень хорошие. И вот они и детей заявили. Саникета коллектив. Да. Это Настя Климкина его создала. Сейчас вот там Инна Хацевич руководит. Дети сильные, да, но у них уже там они и дети, и потом они подростки такие уже, потом уже девушки взрослые, сами уже педагоги. Да. Вот. У них дети сильные. Геля Кузнецова тоже детей ведет, но у нее, насколько я знаю, не очень много детей. И она их на фестиваль не заявляла, а вот дети были от Камина Дебайла и от Саникет. Ну, то есть в основном взрослые. Да, в основном взрослые. То есть лимит 15 минут на, на коллектив. На коллектив. Поняла. Так, ну, вроде бы все уточнила, то есть есть положение фестиваля, да, естественно, где это можно все прочитать. Конечно, есть положение. Да, если какие-то вопросы задать тебе, как человеку, который связан с ответственностью. Ну, либо, либо у нас все заявки, кстати, вот у нас за все заявки, за порядок номеров, это все у нас отвечает Юлия Иванова, все заявки ей посылались, она все это обрабатывала, все это расставляла, и мы потом, как бы, нам отправляла, мы это все вместе
уже там, ну, в основном соглашались, потому что какие-то... Ну, понятно. Да, все нормально дело. Слушай, Тань, ну, на самом деле, я вот лично для себя, я все узнала, может быть, если есть вопросы у тех, кто нас слушает, да, вы можете написать, будет приятно, я думаю, нам обеим. Вообще, да, я вот хочу сказать, кто, допустим, может, не знает, но вот мы с Аленой лично не знакомы. И вот это вот наша, да, получается, вот первая беседа, вот так вот, глядя друг на друга в экран, первая беседа, ну, в общем, мне кажется, мне было легко. Спасибо, Алена. Я рада. Мне тоже. Я очень рада, на самом деле, знакомству. И вот еще раз повторюсь, мне на самом деле, меня радует, что мы все сейчас вышли в онлайн-формат, потому что, ну, на мой взгляд, все стали более открытыми, и как-то, ну, не знаю, у всех больше времени, как-то вот все соглашаются на вот такие встречи. Я не знаю, мне кажется, ну, в моем окружении не было уж явно таких каких-то закрытых людей. Поэтому не могу этого сказать, что я увидела, что стали более открытыми. Я, может быть, знаешь, да, открытое-не открытое, вот именно больше времени стало у людей, и как-то, что можно вот эти все встречи спланировать, вот, но в любом случае я очень рада была общению с тобой и тебя о фестивальной жизни в Новосибирске и в округе, вот, очень рада, что у вас все действительно бьет ключом, все вот это творчество, это очень круто, прямо говорю, что я по-хорошему вам завидую. Вот, потому что, на самом деле, ваше объединение, оно, конечно, это очень здорово. Это очень здорово. Вот. Да. Танюш, я желаю вашему фестивалю состояться обязательно. Спасибо. Он уже идет. Да, он идет уже. Да. Он состоялся, на самом деле, на мой взгляд. Вот. Да. И я надеюсь, что он состоится еще грандиознее в следующем году. Номер я пришлю. Спасибо за приглашение. Давай. У меня уже есть идея, я тебе напишу. Вот. И не знаю, удачи вам. Я очень... Спасибо, Алена, большое. Прямо мне приятно, я очень рада, что так все хорошо. Спасибо большое. Вот. Спасибо. Да. Спасибо, что вы нас слушали, да, те, кто были с нами сегодня. Те, кто были, всем спасибо. Ага. Я там видела, кто... Видела, кого узнавала, я узнала. Спасибо, да, там были и фламенки, и даже не фламенки, я увидела своих девчонок, которые не фламенки, но которые тоже зашли послушать. Спасибо большое. Да, эфир сохраню, и потом он будет также выложен на YouTube-канал, поэтому информация будет. Вот когда тоже у тебя будет ссылка, тоже это как-то опубликуй, чтобы все видели, потому что эфиры у тебя, правда, очень интересные. Я вот смотрела с Юлей Плохотиной, со Стародубцевым Алексеем тоже, с Таней Литвиновой, мне очень понравился эфир, и с Аней Мой я смотрела. Интересно очень. Ну, я рада. Вот вчерашний не смотрела, кстати. Вчерашний я что-то не смогла посмотреть с Наташей Сизовой. Вот, но я его тоже выложу, и там, знаешь, тема такая важная про многозадачность. Я ее подняла, слушай, потому что, ну, мы организаторы, у нас многозадачность — это такая проблема. Ну, это не проблема, это задача. Задача быть многозадачными. Вот, и Наташа вчера очень такие интересные вещи сказала, на самом деле. Я прямо для себя, ну, вот, знаешь, записала. Ну вот, тем более, если ты это в эфир выложишь, этот эфир в Ютубе, конечно, да, будет здорово. Так что ждем твоих эфиров и новых, и старых на Ютубе. Хорошо, Танечка, спасибо большое, спасибо за то, что откликнулась. Да, желаю всего хорошего и, главное, здоровья. Спасибо всем, девочки. Счастливо. Все, всем счастливо. Спасибо за то, что были с нами.